what you said you didn't receive. You said Mike, you didn't need. That girl is a real crowd please. Small world, all her friends know of me. Okay. А, я понял. Здрасте. О, узнаю. Классный переход. То есть они тупо взяли вот эту вот катсцену из FNAF 6. Окей. Sick language. Вот это. А, ну да, точно, поприветствовался. В общем, хей, ютубу, хей, ютуб, с вами был 3А2. И да, сегодня мы с вами играем во FNAFES, только... ну, не в привычный FNAFES, то бишь, вот, 3D-шный, так сказать, со скримерами. Ну, вообще, как бы это тоже со скримерами, ну ладно, мы это опустим. В общем, мы с вами играем сегодня во FNAF Simulator Origins. Короче, это у нас... типа FNAF-а симулятора, вот как помнишь, вот эта вот фан-игра была, в которой, кстати говоря, все, и вроде мы ее с вами уже это осмотрели, то есть она там уже полностью вышла, мы ее с вами уже давно осмотрели. Неважно, в общем, это у нас вот как FNAF-симулятор, только пиксель, и ты спросишь, типа, а зачем ты вообще это решил снимать, типа, если все то же самое, да зачем, и то только пиксель, то зачем ты это решил снимать? Я вам отвечу, потому что здесь есть, помимо вот основных вот пиццерий из... основных игр, тут есть пиццерии из ФНАКа, первого, второго и дом из третьего ФНАКа, потом Тиджок, то есть The Joy of Creation, дом, то есть там есть этот дом, и самое главное, из-за чего я вообще решил скачать эту фан-игру, это то, что мы тут можем походить по пиццерии из Those Nights at Rachel's. Неужели хоть в какой-то фан-игре вспомнили про Zeus Knights and Rachels? Просто неужели? Ладно, давай выберем русский, естественно, язык, потому что, ну как бы, надо, чтобы было легче. Так, а, типа тут обучение, да, понимаю. Ну, понятно, да, кстати говоря, у нас на примере пиццерии FNAF 1, да. А, подожди, а почему там... Ладно, опустим это. Сейчас мы должны, короче, грохнуть. Короче, смотри, в чем прикол тут. Мы, типа, вот смотри, ты видишь, типа, все пиксельно, да? Только прикол в том, что скримеры это тут очень даже 3D-шные. То есть, серьезно, скримеры тут 3D-шные, как обычные. То есть, вот в чем прикол. Вот он, в чем весь подвох. А тут, кстати говоря, показаны комнаты, в которые вот, мы не видели. Почему, кстати говоря, отстаю? Почему не могу двигаться? Что за хрень? Что за хрень? Я двигаться не могу, все. А, ну да, точно, типа, он меня просто смотрел, все, я понял. Это у нас как работает же, как во FNAF-симулятор обычно. Он меня, так полагаю, спалил, да? Какие неприятные это звуки, а. Я дальше подубавлю, а то его вообще прям по ушам бьет. Все, вот я подубавил, давай погнали. Прям серьезно, по ушам пиздец бьет. Подожди, вот мне важно знать. Голден Фредди, да? Голден Фредди. А, нет. А, да, да. Ну вот, подожди, сейчас этот хер уйдет. Подожди. Сейчас мы сходим туда. Почему это мне так по ушам бьет, ё-моё? Вот смотри, видишь, там Голден Фредди, короче, сейчас. А, я не могу сюда пойти. Короче, там Голден Фредди сидит, надеюсь, ты видишь. Ну, скотина, уйти. Скип. А, я могу скипнуть. Серьезно, с чем я это все проходил? Неважно.
О, смотри, а менюшка-то у нас очень даже 3D-шная, прям как в оригинальном симуляторе. Окей. Треки. Подожди, треки. А, прикол, мы можем разблокировать треки. Ха, офигеть, то есть определенные треки. По-любому тут есть какие-нибудь типа от The Living Tombstone, я тебе отвечаю. Ну, по-любому, этого не может быть. Ну, не, имеется в виду, что не может их не быть. А вот что имею в виду. Персонажи. Нам сейчас тут всех покажут. Вот, мне интересно. Я так, ну вот эти все, ясно, да. Ребятки вот эти, подожди. А как тут? Как посмотреть дальше? Я хочу дальше посмотреть. Стоп, подожди, а... Мы типа чё, мы тут можем играть что ли типа за ФЧ? То есть он тут получается охранник, да? И мы типа за него можем играть. А почему? А... Почему? Подожди, я хочу на другое посмотреть. Ебать, мы увеличим, мы ему можем увеличить. Почему я не могу двигать? Как-то вот так что ли двигается или как я могу понять? Тут поменять? Как поменять тут? Я хочу посмотреть. Ладно, не важно, вернуться. Потом как-нибудь решим. А, подожди, это, играть. Вот, смотри, смотри, самое интересное. Ну, во-первых, да, у нас тут есть вот обычные FNAF-сы, то бишь вот FNAF 2 у нас есть, ну, я теперь, что FNAF 1, вот FNAF 2 у нас тут есть. А, мы, наверное, по обычным FNAF-са проходиться не будем, потому что, ну, мы в них с вами играли в обычном FNAF-симуляторе. Вот FNAF 3 есть, FNAF 4 есть, NPN. Только если во FNAF-симулятор, там, во FNAF-симуляторе, вернее, была вроде Чика, да, была точно Чика, Бонни, Сплюштрап и Фредбер, ну и вроде Кошмар, сколько я помню, то здесь у нас, получается, все есть. Так, FNAF SL, мне он вообще не интересен, никогда не был интересен. У нас, о, муж FNAF Люс, ладно, подожди, потом. FNAF, этот, Фредди Фазбер, Пиццерия-симулятор. Вот, у нас тут есть, мы его тоже проходить не будем. Help Want, у нас тут только Glitch Trap есть. О. Вот здесь, кстати говоря, замедляется этот музончик, прикольно, да. Но мы его тоже проходить не будем, потому что мы это делали с вами в обычном, этим, в FNAF-симуляторе. Так, SB не работает, Spring Lock, а, типа это из этой... из пиццерии с золотыми аниматрониками. И UKN тоже не работает. Непонятно почему. Но SB понятно, почему не работает, потому что он просто-напросто еще не вышел, так же как и FNAF Plus. Ну-ка, спешил. А. Ну это понятно, это типа. Амокус. Амокус. Так, ладно, Нептун. Этот. Ну, ты понял, я знаю этого ютубера и улиц. Я не знаю, какой у них правильно читается, но, короче, думаю, ты его знаешь. Санс, ну, Санс, это понятно. Так, вот теперь пройдемся по самому интересному. X-Mass. Frostbear, Black Eyes, Frost... А, ну это типа из этой FNAF Air, да? Вот эти все скины. Неинтересно. Вот, сейчас пойдем точно по самому интересному. T-Jog. T-Jog не работает. Super FNAF. Вот у нас тут Super FNAF есть. Вот Super FNAF, вот, то есть вот Super Freddy, Super Bonnie, Super Chica. Super FA... А, вот там, мы его и выбрали. Фнак есть у нас, Кэнди, Синди, Бленк, Олд Кэнди, Честер и The Red. Потом Фнак 2, Wizard Кэнди, Wizard Синди. Ну, конечно, понятно, вот эти все вот персонажи из Фнак 2. Фнак 3, все персонажи из Фнак 3. И Хоксес, непонятно. И самое интересное, Those Nights Stretchels. Вот, просто я из именно из Those Nights Stretchels я скачал ту фан-игру. Потому что... Мне реально интересно походить вот за аниматроников из Devil's Night Stretchels, вот, собственно, да, походить за них. Мне просто реально, мне это интересно, как это будет выглядеть, ну, типа, серьезно. Да и в конце концов, я давно не видел ребят, то есть разработчиков, фан-игр по FNAF, которые реально бы вспомнили про Devil's Night Stretchels. Подожди, а мы можем походить за Рэйчел уже? Или что? Подожди, а за Кэнди можем? Не можем. А, подожди, у нас тут коины собирать. Точно, точно. Подождите, играть. А за кого это могу? А, вот, да. За Фредди Фазбера пока что могу. Ну ладно, давай попробуем, посмотрим, что вообще как. Шемрок Фредди. Есть еще прикольно, да. Типа только он за 3, походу, золотых, да. У нас нет 3 золотых. Ну и ладно, за обычного походим. Ебать, что за баги? Так, давай, погнали. Вот он там смотрит.
Сейчас он смотрит, подожди. Не смотри, дядя. Спасибо. Оп, съебались. Грамотно так съебались оба. Вот, а видишь золотой Фредди, если ты его не видел тогда, вот, вот, смотри, вот он сидит на кухне. Посмотри-ка в камеру, дядя. Блять, смотрит в камеру. Вот так, то есть, да. В смысле, а как мне тогда, я не понял. А как тогда? А я не могу. Чё, подожди, как это вообще работает? Я не понимаю, как это вообще работает. И вот эти помехи меня сейчас вообще прям бесит, пиздец. Я почему-то замедлился. Я очень сильно замедлился. И я не могу пройти, потому что ускорю в камере. Да ё-моё, переключить свои камеры. Скотина. Подожди, я не понял, почему я его не победил? Я ж по идее зашел к нему в офис. Все, я победил, получается. Почему я его не грохнул? Чё за дела? Я вроде через правильный, да не вроде, я тоже через правильный проход прошел, через вот это, через него именно Фредди ходит. Чё это за дела вообще? Ты же по ушам эта херня долбит, даже при том, что я звук убавил, честно. Блять, у него 5 часов. И чё это было? Чё-то какая-то хурма, подожди, непонятная. Подожди. Я к нему зашел и тут же, в смысле, 6 утра, да? Ну, бля, ну это как-то вообще-то нечестно. Я ж к нему зашел в итоге. Подожди, а я так и не понял, почему, когда я к нему в первый раз зашел, я вообще телепортнулся обратно в сцену, типа, в чем прикол, что это за дела? Ну подожди, давай-ка еще раз. Давай-ка еще раз. Погнали. Нет, серьезно, это какая-то хурма непонятная, честно. Типа, что за дела вообще? Я к нему вот в первый раз зашел в офис, все нормально было. Давай. Все. Проходим. Уничтожаем тебе пару электричеств. Э, подожди, давай подождем. Сейчас я хочу прям неожиданно на него напасть. Чтобы я этого не ожидал. Да пройди! Почему не могу к нему пройти? Вот чё за дела? И чё? И чё? В смысле, подожди, это бред. Ну да, сейчас, в смысле, будет вот эта херня мне прям по ушам бить. В смысле, ты видел этот бред? Я к нему зашел в офис, и почему-то Фредди там все, он стоит, он ничего не может сделать, он просто вот ничего никак не может пройти. А скримера-то нету, получается. Типа, чё за дела вообще? Нет, собственно, я вообще не понял такой хурмы. Это вообще, это как? Это читерство какое-то? Да реально какое-то читерство? Чё это такое вообще? Да пройди ты, ё-моё! Задолбал ты.
Типа, чё сейчас за дела? Я к нему зашел в офис. А почему-то он вот здесь вот застрял. Почему он это сделал? Типа, реально, как? Он в камере это смотрел все время. Типа, чё за дела вообще? Это как-то вообще это не нравится мне. Вот смотри. Ну вот, ну чё это такое? Ну действительно, ну ты посмотри. И чё это такое? Ну все, это звездец мысли, конечно. Это невозможно даже передвигаться. Чё за фигня? Чё это такое? Как это вообще... Как в этом вообще побеждать? Скажите мне, пожалуйста, как? Вот как? Я не понимаю, это бред какой-то. Да не, подожди, выйди отсюда. Это реально какой-то бред. В общем, ребят, да, я немного, так сказать, из будущего. Дело в том, то, что там я, короче, немного у меня, короче, не записалось. И я за это время, в общем, я открыл в Those Nights at Rachel's. Вот, да, вот Пита я открыл. Что я хочу сказать насчет этого? Насчет вот Фредди Фазбер, распространен во FNAF 1. Там, как я понял, короче, нужно прям сильно постараться зайти, прям конкретно, потому что я тебе еще покажу, почему. Смотри, за стол Night Stretch, стоп, Пит, смотри. Я за него уже играл. Вот. У нас такая пиццерия. Кстати, выглядит вообще прям все офигенно. Ну, кстати, я играл за него только один раз, сразу говорю. Сразу только вот один раз я за него играл. Поэтому да. Поэтому вот так вот. Кстати говоря, я только сейчас понял, что здесь машины стоят. Прикольно. Так, сейчас он смотрит тут. Не смотри, дядя, все. Во-первых, вот что я хотел бы сказать. Что вообще-то является читерским, что пипец. Это то, что наш, вернее, ну, вот этот вот охранник умеет с какого-то хрена закрывать две двери сразу. Этого делать вообще ни в коем случае невозможно в Those Nights at Rachel's оригинальном. Так что это какое-то, так сказать, читерство вообще-то. Ну смотри сам, он реально закрывает две двери. Это вообще-то как-то вот вообще нечестно. Ну вот вообще, в смысле, абсолютно. Так, сейчас подожди, чуть-чуть отойдем, а то он это... Меня палит, эта скотина. Все, никого нет. Иди, иди. Тебе шторки время закрыть, дядя, уходи. Уходи. Шторки закрой. Ути умница. Ути хороший какой. Но смотри, мы должны вот так вот конкретно протиснуть свою задницу, но делать этого мы не можем. А нет, смогли. Смотри. Не смогли. Офигенно просто. Короче, вообще вот нужно вот... Автор вот этого фан-игры, вот если смотришь, тебе нужно прям конкретно вот это все дело подработать, потому что, ну, бля, это вообще капец. То есть, серьезно. То есть, тебе прям с очень огромным... Во-первых, это то, что охранник у нас закрывает Those Nights at Rachel's две двери. Вот здесь вот, в смысле. То есть, это вообще невозможно делать в оригинальном Those Nights at Rachel's, так что, вообще-то, это как бы читерство. Такого делать вообще нельзя в Those Nights at Rachel's, поэтому, да... Поэтому как-то вот так вот. Он же почему-то это делать может. Это вообще нифига не честно. И еще плюс, когда вот он идет почему-то к шторке, почему-то активный, и поэтому мы не можем зайти. Это опять же вот вообще тупо. Вот абсолютно. Вот смотри. Вот. Он почему-то там активен, хотя он возле шторки стоит. Он не должен быть активным, ё-моё. И я не могу зайти. Вот ты сам видишь. Я не могу зайти. Вообще не могу. Вот абсолютно. Вот смотри, я стараюсь, сильно стараюсь зайти, а я не могу зайти. Вот ты видишь. Я не могу этого сделать. Все. Я не могу этого сделать. Вот абсолютно. То есть, автор, вот если ты смотришь это видео, то вот подправь это. Это вообще, вот нифига это не весело. Потому что твоя игра в таком случае становится вообще, по сути, непроходимой. Вот абсолютно. Вот смотри, сейчас... Those Nights at Rachel's еще раз, вот за Пита, давай, Пит, потому что у меня как бы только он сейчас и заступен. Вот смотри, кстати говоря, Windows 98, у нас оказывается, а по какого фига в 80-х у него стоит Windows 98, это опять же тоже недочет, ну ладно, это такое, такое если недочет, ну ладно. Вот смотри сейчас, CZ,
Я типа начинаю визжать, как сучка последняя. Из-за чего, как я понял, типа это его привлекает к двери посмотреть. Наверное, типа тем самым я могу нормально вот так вот проходить. Наверное. Я не знаю, это вообще так работает способность? Нет, надеюсь, что так. Так, еще раз визжим, как сучки последние. Ебать, мы, конечно, визжим. Так вот, автор, во-первых, вот я как сказал, вот исправив эту херню, он вообще, это вот эти вот двери, в смысле, имеется в виду. Потому что в Doctor Strange вообще невозможно закрывать две двери. Этого просто нельзя делать, даже сам Фунгай говорил. Этого невозможно делать абсолютно. Поэтому, да, автор, исправь вот это дело, чтобы он закрывал именно одну дверь, как бы, да. И еще вот сделай нормально то, что типа можно проходить, потому что, ну в смысле, как вообще можно вот за это вот дело все пройти, когда вот он активный, ты ничего сделать не можешь, даже когда он к шторке бежит, он по какой-то причине все равно активный, из-за чего ты пройти в саму дверь не можешь. Это как бы, ну вообще, да в таком случае это непроходимо становится автор. Вот смотри. Вот видишь? Ну ладно, хорошо, здесь-то ладно, это окей, еще можно понять. Но, когда он бежит к шторке. А смотри, а сейчас он неактивный, слышь? А вот сейчас, когда он к шторке побежал, он неактивный, когда главная дверь закрыта. А когда, в смысле, дверь открыта, когда он бежит к шторке, он сразу активный, ты все, и ты не можешь проходить. Это вообще-то как бы читерство так-то, на секундочку, со стороны вот этого охранника. Ну, действительно. Нет, это реально какое-то читерство получается. То есть, конечно, когда он дверь-то закрыл, конечно, он, блин, неактивный. Потому что ты можешь спокойно ходить, а дверь-то все равно закрыта, к нему все равно не сможешь пройти. А как только, в смысле, дверь открыта, так сразу он активный, ты не можешь к нему нормально зайти. И это вообще-то как бы, ну, так сказать, нечестно на секундочку так-то. Ну да открывай, все, нет тут никого, давай, открывай. Хорош. Вот смотри, я стараюсь пройти, вот я стараюсь, ты видишь. Вот я жму со всей силы. Никак. Абсолютно никак. Ты сам видишь. Ты все сам видишь. И что это вот такое? Просто офигенно. Естественно, в скобочках, блядь. Вот так тогда сделаем. Нет, смысл, что это такое вообще? Не, ну извините, это какой-то реально бред. Вот смотри, я не могу пройти абсолютно. Автор, как вообще тогда можно пройти эту фигню, если ты не можешь просто это напросто пройти, блин? Вот я двигаюсь, а он никак не может продвинуться, потому что тут пишется, что сверху, что он типа активный. Хотя он стоит возле шторок, и все, и он не может пройти. Даже вот, время прошло нормально, он не может пройти все равно. Ну его этот визг тоже ничего не дает. Вообще ничего. По-моему, игра вообще залагалась. Игра вообще залагалась, по-моему. Игра вообще, по-моему, залагалась. Ну-ка, подожди, вот подожди, давай сейчас, ну давай сейчас это. Закончится это дело, все. Закончится вся ночь. Я, короче, решил, я сейчас, наверное, все, закончилась ночь. Я сейчас, короче, так решил. Я, наверное, сейчас перезакачаю игру. Потому что мне почему-то вот кажется, что я закачал какую-то вот багованную версию. Ну, серьезно, потому что, ну, блядь, если это так реально, то есть если это вот так реально все работает, ну, это же, извините, вообще да пройти невозможно. Вот абсолютно. Ну-ка, подожди. Так, вот, ребят, я перезакачал. Сейчас посмотрим, надеюсь, все будет нормально без вот этих вот непонятных, их, так сказать, вундервафель. Потому что, ну, это вообще жопа будет. Тогда, так, давай. Погнали. Ну, а все. Так, погнали, погнали, погнали. Кстати, ну-ка подожди, а давай-ка через вот обычную попробуем, вот который, через которую, по идее, Пит и должен ходить. Подожди, сейчас. Оп. Пошли, пошли, пошли. Вот через эту пойдем дверь.
Офигеть! Да ну нафиг, оно так что, реально что ли работает? Офигеть! Слушай, походу реально мне попалась какая-то... Фига себе. Ты видишь это? Слушай, мне точно какая-то... Вот я тогда какую-то точно баговую версию скачал. Потому что здесь все вообще нормально работало. Ну нет, конечно, он до сих пор две двери, конечно, закрывает, да? Ну, в смысле, я, по крайней мере, смог зайти в офис. Офигеть. В натуре у меня, походу, какая-то была эта версия, так сказать, баговая скачана. Ну смотри, нам, короче, дали какой-то супер вид на один коин. Три золотых коина и... Вернее, фанс коина, ну так же, как и здесь. И 23 просто обычных фанс коина, офигеть. Так, подожди. Че у нас? Вот это что за супер фанс коин? Подожди, играть. А, че? Кто вообще столько стоит? Подожди. Просто интересно. Ну-ка, спешил. Так, ну это вот Амукус. Так, вот никто. Фига, спринглоки вообще столько, сколько дорого. А, вот он стоит, да, типа 500 или 10 супер фасткоинов, понятно. Так, ладно, давай, что у нас там, сколько вообще кто стоит? Офига себе, сколько рыс, 125. Офигеть. Кстати говоря, я вообще не знаю, как он работает. Наверное, он работает как Фоксян. У меня есть просто предположение такое. Потому что я помню, вроде, что там я видел видашку, где, типа, он бегает там, короче, что-то такое было. Так, Рэйчел стоит 40, Бейн 80, Бычара вонючая стоит 80 целых, капец. Даг стоит 50, и Рэйчел стоит 40. А, у нас сколько там? 23. Давай, на кого накопим? На Дага или на Рэйчел? Да, попробуем на Дага накопить, потому что Даг побаче будет. Даг-то это Даг, правильно. Даг это Даг. Это как бы безусловно. Так, давай пока же за Белиша сыграем. Ну, за Пита. Погнали. Блять. Батя, конечно, блять, бежит. Просто капец. Так, давай. Подожди. F2 to player. Подожди, F2. Прикол? В смысле, мы можем на двоих играть? Ну-ка, подожди. Серьезно? Короче, в курсе? Ты можешь тут со своим друганом, короче, на клавиатуре играть. Смотри, вот типа на ВСД, я управляю вот Белешом, с Питом. А на стрелочках я управляю Бэйном, смотри. Офигеть. Просто офигеть. Фига, кстати, он быстро двигается. Слышь, а чё он так быстро двигается? Чё Бэйн так быстро двигается, я не понял. Ладно, окей. Так, ладно, давай спускаемся. Почему не могу спасти? Это что за фигня? Не, офигеть, с Бэйном, конечно, просто офигенно. А чё я не могу пройти? Чё за фигня? Чё такое? А, всё. Да твою ж налево, шо ж я не могу пройти никуда? Да можно пройти-то, ё-моё. Так, всё, Бэйн-то, походу, застрял, ладно. Будет отвлекать на себя внимание игрока как раз таки нормально. Пока я тут двигаться буду. Твою ж налево, да ты можешь пустить меня. Слава богу, наконец-то пустил. Ну, конечно же, да, ну, естественно. Я не могу пройти. Можно неактивно? В смысле, почему? Почему? Это долго будет, не? Слава богу, наконец-то. О, вниз пошли. Ну, естественно, я не могу вниз, да. А, кстати, прикол, слышь, я только сейчас понял, что на заднем фоне играет вот эта музыка из менюшки в Those Night Stretchels. Серьезно, только сейчас это понял. Только сейчас почему-то музыка прекратилась, я не знаю почему. О, куда я могу пройти? Так, дядя, можешь, пожалуйста, открыть дверцу? Как тебе такая идея? Сейчас вот так взять и открыть дверцу, а? Как тебе такая идея?
Слободне открыть сейчас дверцу. Сейчас подожди, он активный. Сука, закрыл дверцу. Ну, скотина, ну будь ты человеком. Блять, я вспомнил прикол, ладно, неважно. Ну будь ты человеком, блин. Открой ты дверцу, чё ты встал-то? На шторке, чё ты так долго на шторке смотришь? Не, ну кстати, серьезно, пусть. Ну так типа. Отлично. 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 Приветствую тебя. Я тебя жду, дядя. Давай к тебе даже подойду. Привет. Вот так. Кстати, скример взятый из самой игры. Толстать встречался. Ого. Ого, епа. Нормально так дают. Вообще, блин, нормально дают, в смысле. Так, ладно, давай играть. Этот, блин, Толстать встречался. Пит. Пит. Так, окей, погнали вниз. Давай, давай. Беляш, беляш, беляш. Не занимайся фигней. Погнали вниз. Оп, 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 оп. Как офигенно, что он не активный, а, блядь. Все нормально. Как же хорошо, что он не активный. Прям как же хорошо-то, а. Блядь. Сейчас он активный, к сожалению. Ладно, не важно. Ну давай, чё ты? Давай. Открой мне. Все нормально. Давай, открой дверцу. Давай, чё ты там закрылся? Давай, ну-ка, быстро открыл дверцу, скотина. Ждём. Ждём. Ждем. Да ты, мать твою, охренел совсем. Не, я говорю, вот эту вот фигню с двумя дверцами нужно исправить в Dual Side Stretchels. Вот в режиме Dual Side Stretchels нужно это дело исправить. Потому что это вот вообще нечестно, ты вышел налево. Ладно, неважно, побежал. Потому что это вот вообще нечестно. Привет. Все. 42. Так, мы можем еще, в принципе, Рэйчел купить. Но нет, я хочу накопить на Дага. Потому что Даг самый четкий персонаж, как по мне, в Tellside Stretchers. Хотя... Ну, вообще, да, как бы Даг и, наверное, Беляш и Бейн. Вот три самых четких по мне персонажа в Tellside Stretchers. Как бы это иронично не звучало, но в Tellside Stretchers лучших персонажей не входит. Ну, с аниматроников не входит туда, ну, как по мне, Рэйчел. Как бы иронично не звучало, ну ладно. Так, погнали вниз. Оп. Ой, блин, началось. Ну вот в прошлый же раз все ж хорошо было, без вот этих вот активных. Чё ты так много активничаешь, дядя? Сейчас бы прям хорошо. А, он там все равно закрывал, да? Ладно. Кстати, подожди, я только сейчас понял, а почему ночью тут стоят две машины. Одна на парковочном месте, а вторая не на парковочном. Типа, какого фига, какого хера вообще? Типа, на парковочном, это так, ну, типа, это можно догадаться, что, типа, скорее всего, это машина главного героя. Почему там вот не на парковочном месте с левой стороны стоит чья-то машина? Типа, чья она вообще может быть? Никого ждания, кроме нас, нету из людей. Как странноватенько это чуть-чуть. Ну ладно. Блять, скотина закрыл дверь.
Это хорошо, вот это сейчас хорошо, вот это прям сейчас офигенно. Ну все, дядя, тебе звездец. Тебе автоматически звездец. Я тебя прям возле монитора подожду. Отлично. Все, сколько у нас там? 50 ровно, прям ровно на этого, на дага хватит. Прям ровно. Давай, погнали. Играть. Да, узнать Stretchels. Отлично. Сейчас мы с вами поиграем за дага, давай. Так, отлично. О, у нас, кстати говоря, в зеленом все освещение. И мы, кстати, очень быстро двигаемся. Мы прям очень быстро, нифига себе, мы быстро двигаемся. Прям реально быстро двигаемся. Офигеть. Ну да, типа, учитывая то, что Дак это вообще самый такой, самый часто нападающий аниматроник из всех. Белснайт Стрэчелс. Так, дядя, давай. Открывай дверь, сука, мне. По-быстренькому. Давай, чё ты? Чё ты? Давай неактивный. А? Как тебе идея? А чё за... Подожди, какая у него способность? Типа... И в чём прикол? В Those Night Stretchers, в этой вот фан-игре, в смысле, на симулятор Origins, тут какие-то странные способности. Типа, у Пита он тупо, ну ладно, типа, я могу еще понять, у Пита, типа, он где-нибудь там вдалеке, типа, это может отвлечь. А какая вот, типа, тут то же самое у Дага, то есть, или что? Подожди, он активный, он же активный, блин. Подожди. Типа, получается, у Дага что, то же самое, типа, я где-нибудь могу вот тут, а какой от этого смысл получается? Я могу пройти до того прохода. Это будет очень долго. Так, тем более, и типа, это бы имело смысл, если бы в этой фан-игре, вот как было бы в оригинальной The Last Night Stretchels, то есть там вообще в оригинальной The Last Night Stretchels нельзя закрывать вот так вот две сразу двери. Нельзя этого делать. То есть по одной. И здесь бы это имело смысл, потому что, типа, можно было вот там бы пойти вот призвать, он бы закрыл ту дверь, а ты бы хоп, вот так прошел и сюда бы. И все, и к нему бы зашел. Это бы имело в таком случае смысл. Но так как он тут закрывает две двери в этой вот FNAF Simulator Origins, то, соответственно, и как бы смысла-то в этом уже нет. Потому что какой смысл идти туда отвлекать, если в итоге он сразу две двери за это закрывает. Давайте прям возле монитора. Он, кстати, прописал потом еще в конце. Так, вот фаскоины. Четыре уже, кстати, этих. Ну-ка, в меню пошли. Так, давай играть. Подожди, мне интересно, у кого в Nike кто-нибудь есть за это? А, ну, а, кстати, Red. Red, кстати, за 25 коинов. Нормально. Тут Cat и Red во втором Nike. Подожди, а чё за... А, тут недоступно, да? Понимаю. Ну-ка, тут кто? Тут Монстр Винни. Ой, Винни. Монстр Винни, да, точно. Shadow Red, кстати, стоит 25. Окей. Кстати, мне интересно, а типа, как тут будет вот в супер, у Супер Фредди, у Супер Бонни, у Супер Чики? Типа, как тут вообще это все будет работать? Ну, ладно, потом посмотрим. Так, давай еще раз за Дага поиграем. Я думаю, мы сейчас, наверное, не знаю, раза три поиграем еще за Дага. И на это, пожалуй, на сегодня закончим. Просто не хочу прям длинную серию делать. Не хочу прям длинное видео делать. Давай. Ждем. Ждем. Так. 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 Ну давай, уходи-ка. Уходи-ка. Уходи. 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 Давай без своих дверей, хорошо? Блять, он активным стал, а. Не, ну я просто сейчас бы пошел, дабы он сразу бы закрыл дверь, тебе отвечаю. Потому что он вот здесь стоял. Если бы он там был, тогда да, тогда можно было бы. Вот, видишь, видишь? Вот так вот, короче, это все работает. Блять, он активный, да ё-моё. Тут
На самом деле, в отличие от вот обычного FNAF симулятора, вот, который вот не этот, вот не Origins, а вот обычный симулятор, тут как-то вот это все дело странно работает, то есть активно, неактивно. То есть в обычном FNAF симуляторе там типа... Как? Именно, то есть нужно было тактику, знаешь, продумывать, типа, вот он туда посмотрит, а ты через другую сторону зайдешь. Ты там, допустим, вот влечешь туда, а он хопа, и ты так пройдешь, и все, и ты его там поймаешь. То есть там вот так было. Тут же, типа, в этом нет смысла, потому что... Ну, типа, вот что, вот он активный, да? Когда он активный, даже если открытая дверь, ты к нему никак не можешь пройти, вообще никак, потому что ты сразу забагиваешься. То есть, ну вот. Если он не активный, то у него сразу две двери закрыты. Ты тоже не можешь ничего сделать. Только вот если он не активный в какой-то момент, и при этом у него и двери открыты. Ну, то есть это специально нужный момент выждать. Типа, и в чем смысл вообще этого всего дела? То есть мне вот это лично не нравится в этой вот фан-игре. Потому что, по сути, все прям на рандом действует. Прям вообще. Вот он тут встал. Вот я сейчас подойду, он сразу... О, нормально. Давайте, возле мониторчика подожду, дядя. Давай. Приветствую. Все, нормально. Так, отлично. В меню. Играть. Так, где он остался? Срочно, вот. Давай, вот краски еще два раза мы поиграем, наверное, сейчас с этого, с атака. И все. Погнали. Прям сразу, в смысле, что, охренел, что ли, совсем, или что? А, все, отлично. Да ё-моё. Да ты офигел, что ли, или что? Отлично, погнали. Быстрее, 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 быстрее. Пока он активничать, пока не начал. Все нормально. Так, ждем. Дальше тупо ждем. То есть ты понимаешь, что вот мне не нравится, что вот эта вся фан-игра, она строится тупо вот на ожидании. Она тупо реально строится на ожидании. То есть ты стоишь возле двери и ждешь вот момента, когда у него будет неактивно, и при этом, чтобы двери были открыты. То есть тут, вот не, мне вот это вот не нравится, если честно. Именно вот в уровнях, где есть двери. Мне вот это вот не нравится. То есть ты тут не продумаешь какую-то тактику. Тут, то есть он тут не по-отдельски какие-то двери открыто закрывает. Тут, то есть он именно что две закрывает, хотя даже вот здесь-то невозможно это знать Стрэчелс, по идее. Ну как бы почему-то он это умеет здесь сделать. И то есть... О, нормально. И то есть все, и то есть ты по сути никакую тактику не строишь, то есть все вот так вот работает. Чисто, знаешь, такое, как сказать, топорно, так сказать. Так, в меню. То есть, как я сказал, все работает и дело все топорно. То есть, вот как повезет. То есть, тупо выжидаешь, выжидаешь определенный момент, и все. И ты, типа, заходишь в этот офис и побеждаешь. То есть, мне вот это не нравится, если честно, абсолютно. Вообще не нравится. То есть, не выстраиваешь какую-то тактику. Вот опять же, вот, типа, тут способности дали, типа, отвлечение у аниматроников Feels Nice Stretchels. Типа, они были бы полезными, если тут как и должно пойти быть, если бы... Открывал, то есть по отдельности, то есть вот эту дверь, допустим, вот которая вот с... Подожди. Ну, то есть вот за которой я стою. Или вот ту, которая вот вторая. То есть если бы по отдельности бы их закрывал, это бы имело смысл. То есть ты бы пошел туда, отвлек его, он закрыл ту. А ты хоп, вот так прошел и все, и ты его поймал. Это бы имело смысл. Это как бы ты бы старался продумать тактику. Тут же такого нет, потому что он сразу две двери закрывает. А даже если они открыты, то когда он активный... Вообще непонятно, каким раком он может быть активный, когда он стоит возле штуки, но каким-то раком так получается. И то есть из-за этого все. То есть получается все вот так вот. Ты не можешь там пройти, то есть, короче, тупо все делают, это все топорно. То есть это как-то вот так вот. Непонятно, короче, работает. Это мне в этой вот фан-игре не нравится. Ну так, в принципе, ладно. Так, ладно, ребят. Думаю, пока что мы сегодня... Кстати, этот мультиплеер еще есть, прикольно. Тьфу, нормально, еще есть мультиплеер. Бета. А, ну тут, то есть, чисто нужно ввести, да, вот все дело. Окей, бэк. Ладно, ребят, ну пока что мы с вами закончим.
В общем, что я хочу сказать про вот этот FNAF Simulator Origins. Не, в принципе, конечно, фан-игрушка по FNAF неплохая. Опять же, мне понравилось, что в коем-то веке хоть кто-то вспомнил про Those Nights at Rachel's из других, так сказать, фан-разработчиков и добавил ее в свой FNAF Simulator, так сказать. Это мне, безусловно, нравится. Безусловно, нравится. За это, конечно, респект. Но вот эти, конечно, проблемы насчет того, что... Типа, вот, а как я сказал, то есть, вот, допустим, в том же Last Night Stretch, то есть, можно закрывать две двери сразу, хотя этого дела по ней в сальной игре нельзя, в обычной. И когда вот эта вот система, то есть, которая, ну, в которой ты тупо, по сути, ожидаешь, стоишь, ждешь момента, пока он, как бы, не будет активным, вот этот вот охранник, и при этом, чтобы двери не были закрыты, то есть, ты к нему входишь. То есть, по сути, тупо стоишь и выжидаешь, и все, ничего более. Ну и во FNAF 1, конечно, все как-то вообще, если честно, печальненько, потому что там как-то хрен пойми, как вообще выждешь, потому что... Или выждешь вообще, в принципе, так что да. Так что вот такие вот дела. Ну и что я могу сказать, с вами был я, был Real 2, мы с вами играли во FNAF Simulator Origins. В следующей серии мы с вами попытаемся открыть Рэйчел и Бэйна. Ну и там, может быть, даже краски и Рэй откроем в следующей серии. Но я, конечно, не уверен насчет Рэя, потому что стоит аж целых 120, мать его, 5 коинов. Но посмотрим, мало ли что. А, кстати, подожди, мы же можем перевести эти золотые фаскоины в коины обычно. Ну, короче, посмотрим, как там будет. В общем, да, с вами был я, Apple 3.2. Мы с вами играли во FNAF Simulator Origins. И всем пока.